Про что я хочу сказать, что все цифры — это портал, но нужно знать, одни порталы — это на вхождение в свою силу, а другие порталы, где ты отдаешь что-то. Но очень часто как бы отдавать — это тоже неплохо. То есть нет хорошего или плохого, нет такого, что вот этот портал хороший, я там что-то возьму, такого, о, с мешком золота пошел, а этот плохой, я там все отдала. Нет, смотрите, отдавать — это тоже прекрасно. Отдавать — это прекрасно, когда вы знаете, какой взаимообмен вы начинаете делать. То есть, смотрите, все же знают про аскезы, например, да? Это я, ребят, новую картину начала рисовать. Все же знают про аскезы, и про аскезы тоже очень-очень много всего говорится, очень много всего по поводу аскез ведется. Но если эту технику вообще правильно выполнять, она изумительна. То есть что такое аскеза? Это когда ты делаешь то, что тебе не свойственно, то, что тебе сложно, то, что ты никогда не делал, возможно. И вкладывая туда свою энергию, когда ты вкладываешь туда энергию, ну, например, смотрите, давайте возьмем самый простой пример. Самый простой пример с кофе, да, все его так любят. Например, человек говорит, я не буду пить кофе столько-то времени, и мне взамен Вселенная даст вот это. Ну, это на таком, на банальном уровне сейчас буду говорить. Если ты кофе не пьешь, например, там, мне такую аскезу брать бесполезно, потому что если я кофе не пью, я его и когда пила, я его не... Когда пила, ела, я его, в принципе, никогда не любила особо. Вот. И для меня эта аскеза, она будет такая... никакая. А если, например, то, что я никогда не делала, то есть, ну, там, ну, я не знаю, там, например, каждый день бегать там по столько, ну, вообще, в принципе, бегать, да, если кто не бегун. И для него это тяжело, потому что он не любит это делать. Но что происходит? То есть какая система происходит? Когда вы начинаете делать то, что вы не любите, но вы же не будете там, я буду там колоться, буду там наркоманом, и мне тогда Вселенная даст. Нет, мы же не про это говорим, да, мы же говорим именно о каких-то вещах, которые в любом случае превозносят в вашу жизнь что-то хорошее. Вот. И, ну, например, бег, например, отказ от какого-то вредного продукта, например, ежедневные медитации, йога, спорт, еще что-то. Либо вы привносите что-то в свою жизнь, либо убираете что-то из своей жизни, что для вас вредно. Как и, ну, я говорю, какие-то вредные продукты, например. То есть что происходит? Происходит по факту то, что ты... Либо когда ты что-то внедряешь в свою жизнь, ты же тоже внедряешь что-то хорошее. Всегда. Мозг не позволит тебе что-то плохое внедрить. И когда ты внедряешь что-то внедряешь, либо что-то убираешь из своей жизни, ты становишься как бы тебе, с одной стороны, кажется, какую я энергию освобождаю. Я же, наоборот, в напряжении нахожусь. Но это напряжение — это твой переход в гармоничное состояние тела и души. То есть тебя начинает ломать то, что ты уходишь от социальных догм.